Сэм. Сэм, найди меня. Вернуть Эмму и А11. Так. Всем привет, ребята, с вами Шмыгр. Сегодня играем в Observation, это следующая часть. Напомню, что мы убили Джима Эллиса в предыдущей части. И вообще, тут стала происходить какая-то движуха, такая непонятная. Так, значит, нам нужно... Подожди. Где мы вообще находимся-то сейчас? Где мы сейчас находимся? Рус, Юц... мы в Юц же, да? Подожди, где мы сейчас? Мы в Юц 02. Мы в Юц 02, а ее что нужно? Ее нужно было... Е11. Так. Е11, чтобы к Е11 проползти. Правильно, проползти... А, я могу занимать камеру. Так, а я... Подожди, стой. А я отсюда что, не могу сделать? А, только через сферу можно. Все, понял. Так. Мне нужно Ю-Ю-Ю-1. Юц-1 или Юни-1? Юц-1, наверное, да? Юц-1, наверное. Мне вот сюда надо, да? Блин, жалко, что нельзя... Ну ладно, а мы где? Я забыл. А мы в Юц 02. Мне нужно в Юц 01. Слушай, ну ладно. Так, хорошо. Значит, нам нужно... А как сферу занять? Я уже забыл. Вот на F точно. Так. Я точку-то поставил вроде, да? Какая-то хрень. Где ты, Сэм? Управление сброс сейчас недоступно. Так, waypoint мне как бы туда. А этот пипесос занимает точку или как его? Блин, жирный, подвинься. Сюка. А как его подвинуть? Ой, сейчас будет немножко порно. А слышь, блин, ну яичишки-то подвинь, дай проползти-то. А, он вот здесь можно. Около жопы его, да? Будем ползать. Так. А у меня немножко разбит экран, что ли, да? Или что, протереть нельзя никак, да? Система коммуникаций. Так, смотри, а сколько дверей открыто? А до хрена дверей открыто, а как мне определить? А, мне вот так определить нужно читать. Нужно читать Юни 5.6. Нет, парам-пам-пам. Вот мне туда, да? А, кстати, слушай, а тут-то новых-то этих-то не будет? Ноутбук. Новых каких-нибудь информаций. Стас Уэйлз, пожалуйста. Спасибо, ребята. Не волнуйтесь, вам не показалось. Это далеко не слухи, мы просто хотим лучшего для них, но чтобы это и на работу не повлияло. Схожу к Джиму насчет всей этой идеи с каютой Уэйлза. А что, смена установки мне не помешает. Конец сообщения. Так, то есть мы... Подожди, вот у нас, смотри, у нас ядро памяти, смотри, у нас... Мы, в принципе, много чего не нашли, да, по истории. Я просто боюсь... Ой, извиняюсь. Я все время забываю, что через вот так надо. Я просто боюсь. Слушай, давай полетаем, может быть, найдем что-нибудь еще по истории. Просто, блин, я не хочу, типа, знаешь, игру проходить. Игра очень интересна и... Игра очень интересная, и не хотелось бы... Сэм, ты здесь? А, это все закрыто. А, это когда там мы были, да? Ладно, давай, короче, про это. Please repeat your previous request. Найди меня, Сэм, ты нужен мне. Хорошо. А, подожди, то есть она выжила, типа, да? То есть, получается, этот же отправил... Этот же ее отправил куда-то. Так, куда нам? Да или нет? Юни 01. Надо вообще все время на карте смотреть, на самом деле. Юни 01. А, так а мы в июне. А, мы в июне 07 зачем-то поперлись. Непонятно, да, зачем?
Ноутбук, смотри, какой-то есть. Добавить системные соединения. А подожди, а через что ты питаешься? Ага. Энергохаб. Так, включить его. Во, ноутбук, видишь, новый нашли, смотри-ка. Сэм, запишу передачу Хьюстон. Мы... А, Хьюстон, мы приближаемся к координатам. ЭР в режиме ожидания. Телескоп наведен. Система СМ открыта. Назад пути нет. Векторы сойдутся через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уилл, тут ничего, это не... Смотри, мы... Еще что-то нашли с вами и ядро памяти. Сэм, найди меня. Да, видишь, то есть фрагменты мы все нашли сконструировано 3 из 15. То есть 15 еще можно, да? И память. Так что, может быть... А что там горит? А, это то, что новое, типа, якобы, да? Жалко, что мы не нашли по истории, как бы, да... Какие-то, я так подозреваю, какие-то, видишь, вот эти пробелы, то есть это из... О, это что такое горит? Ага, супер. То есть мы что-то с тобой не нашли, это плохо. Хотелось бы полностью историю прочухать. Так. Так, теперь мы в июне 1, подожди. Июня 1. Июня 1, а мне нужно... Я вот сюда попаду, правильно? Или неправильно? Июня 1. Так, это вот сюда, правильно? Я по... ИЕА это будет или нет? Видишь, все, весь корабль занят какой-то жидкостью какой-то. Смотри, вот еще один ноутбук тут есть. А он через что соединяется? Подожди. Может быть, тоже какой-то хаб? Июня 02 мы вообще попали. Это что? Подожди, давай хаб найдем. Можем мы хаб найти здесь? Или тут просто он выключен, он, по идее? Нет, вот тут вот, вот энергохаб добавить. О, еще один ноутбук, смотри. Сообщение для Джима. Слушай, насчет этих вращений. Каждый день, вот уже две недели, мы крутим станцию туда-сюда. Я получаю изображение с координат, которые ты мне выслал. Память Сэм скоро будет переполнена фотографиями, на которых ничего нет. Да и... Эйлза слишком тактична, чтобы сказать прямо. Но ее немного бесит то, что мы крутимся, мешает ее исследованию. Ей телескоп нужен не меньше твоего, или нет? Я не знаю. Там ничего нет, Джим. Что мы, черт возьми, ищем? Что происходит, Джим? Ты попросил меня присоединиться к экипажу, но ты знал же, что моя квалификация для такой работы не нужна. Ты же чего-то не договариваешь. Что я ищу? С нетерпением жду ответа. Конец сообщения. Короче, смотрите, собрали команду и по просьбе Джима этого, правильно? Я понимаю. И... А этот Джим, он типа возлюбленный этой как ее зовут? Блин, я забыл, как ее зовут. Нашу героиню, в общем. А эту героиню нужно притащить было сюда. То есть эти инопланетные твари зачем-то сюда нужно было притащить. Я ничего не понимаю, где, как мне попасть в ЕУ-то? Или как он там? Юн-1, ну и чего? А как мне попасть в секцию-то? Подожди, оттуда я же пришел, правильно или неправильно? Чего не понимаю? Или откуда я пришел? Блин, я что-то все перевернул, подожди, как надо быть-то? Вот так вот? А, вот туда мне надо. И правильно, я июни 07. Почему июни 07-то, если... Июни 0... Нет, подожди.
Юни 01 же ведь, правильно? Ну, и в Е03 я должен как-то попасть. Что-то я ничего не понимаю, подожди. Так, мы получили еще каких-то пару данных, да? Так, подожди, Ю-07, нет, нам не Ю-07 нужен. Нам нужен, вот мы здесь, Юни-01, да, все правильно. Где-то здесь должен быть проход. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Блин, может по вентиляции надо пройти, нет? Нет, это, так это обратно получается. Ничего не понимаю, подождите, ребят. А, вот, дырка. Нет, это не дырка. Это не дырка. Так, подожди. Ничего не понимаю, реально. Может быть, где-то здесь есть дырка еще одна, которую я не вижу. Стой, дай-ка мы включимся вот сюда. Занять камеру. Все открыты люки или нет? Вот, ЕАС-4. ЕАС-4. ЕАС-4 туда. Так. ЕАС-4 туда. А вон какой-то ноутбук. Мы можем к нему подключиться? Можем, вроде как. 3-2-2. Так. Сообщение домой, Сэм. Эй, привет! Я понимаю, у вас там 4 утра, но мы пролетали над Флоридой, и Джексонвилл был весь в огоньках. Это всегда завораживает. Я просто хотел сказать привет, тут очень здорово. Работа продвигается, хоть Хьюстон и сами не знают, чего хотят от меня. Надеюсь, я скоро узнаю хоть что-нибудь. В остальном все отлично. Конец сообщения, Сэм. Это Джош Рамон, так. Это Джош Рамон. Так, подожди. Вот, Юц. Почему Юц? Юц-1? Может быть, мне нужен Юц-1, а не... Что за бред? Может быть, мне сюда надо? А не в Юне. Мне тут же было Юнь-1, нет? Или, может быть, что-то... Что-то я туплю, короче, не понимаю. Тут написано Юц-1 вообще. Наверх. Может, реально это я не туда, короче, попал? А как я мог? Нет, это Е, это Е3, это... Блин. Ладно, давай-ка еще раз в сферку, я говорю. В сферку. Можно сферку? Почему я не могу в сферу прийти? А, я не могу, потому что мне нужно вот так сделать. Так, подожди, может быть, мне в натуре нужно не сюда, а в Юц... Где? Откуда мы пришли? Блин, я уже ничего... Подожди, мы, по-моему, пришли вот... Нет, ну тут же было написано по дороге, что я попадаю в ЕУ тоже могу. На табличках же было написано, или я что-то неправильно делаю? Вроде же там было написано, что... Сейчас, подожди, давай посмотрим. ЮН-1 и ЕАС-1... А, да, ну, все правильно, я туда же летел. Подожди, может быть, что-нибудь тут другая есть? Юн-3-4 и ЦН. Он закрыт там, видишь, закрыт проход. Access denied. 1-4-2. В доступе отказами, NBHDN не обнаружено. Please repeat your previous instruction. Я понял, так, здесь пока ничего. Ру и Юни-5-6. Они закрыты там. Нет, подожди, значит мне нужно... А, это что такое у нас? Управление и навигация. Я могу ее делать сейчас? Сейчас недоступно, я понял. Нет, да получается только вот этот вот проход. ЕАС... все правильно я делаю. Сюда я и летел. Может быть, я что-то где-то здесь упустил? Подожди, может быть, где-то здесь? Нет, вроде здесь нет нигде прохода, да? Да. Шмыга тупой, поэтому все нормально. Так. Какой-то проходик, блин, должен быть где-то. А вот где он? Я не понимаю.
Как жить с этим теперь? Ча, я могу закрыть вот эту дверь? Сенсор, датчик сотрудника. А вот эту дверь можно закрыть, нет? Вот, да, да. А можно тебя закрыть, управление люком? Нельзя закрыть. Блин. Почему? Так, короче, здесь прохода нет. Окей. Чуть-чуть левее давай возьмем. А слушай, а может быть... А, вот сюда мне, ёпту, надо наверх. Я тупой, блин. Я не видел этого, прикинь, лошара. Так, мы попали с тобой наверх. Подожди, давай-ка мне... Опа, ноут. Ноутбук какой-то. Это объясняю, почему я ищу ноутбуки. Там какие-то важные, как бы, детали жизни. Жизнь. Сэм! Сообщение для Сэм. Я ранена. Прием. Ты здесь? Сэм, пожалуйста. Я долго не протяну. Так близко, Сэм. Ты так... Так близко. Эмма Фишер ее, кстати, зовут. Да, я забыл. И, точнее, или не забывал, или... Короче, вот. Так. Ладно, подожди. Тут еще какие-то ноутбуки у меня есть. Мне нужны инфы. Инфы. Кусок инфы какой-нибудь. Че? Мне кажется, что... Так, ES4 вот есть. А мне нужно, подожди, мне нужно E11. Но чтобы в E11, мне нужно в E5. Уйди отсюда. А, точку поставь, пожалуйста, на E5. Вот так вот. Ой, замечательно. Так. А, 0.4, а вот E5 вот сюда. А, подожди. Может быть, еще посмотрим пару... Ну, хотя тут, наверное, не будет уже ничего из инфы, да? Если так быстро нам взяли и дали эту точку. Ладно, погнали, короче, по пути разберемся. Если не будем, если не разберемся, то, ну, это наша проблема, что мы... вот еще какой-то ноут, смотри, валяется. Мы с вами кусочки инфы должны собирать по-любому, я думаю. Чтобы история сложилась прям как надо. А для Мэй, Сэм. Эй, мне тут пришлось отложить эксперименты ради очередного прогона AR, поэтому можешь использовать сферы подключения. Они настроены для использования снаружи. Я оставил коды прошивки внутри шлюза, чтобы ты могла обновить сферы как раз перед выходом. Наслаждайся, конец сообщения. Так, подожди. Память, значит, аудио 28, но я 6 аудио не нашел твою налево. Медиа, это считаю, это как бы фотки всякие, да, вот это всякое говно. Блин, а 6 еще фрагментов надо найти, блин. Ну хочется найти все, чтобы, понимаешь, чтобы мы получили полностью историю, сложившуюся от начала и до конца. Но если мы не найдем, то, блин, это будет печально. А, стоп. Ну да. Так, waypoint там, но мне нужно через вот это пролететь, правильно? Правильно. Так, что за дерьмо здесь творится нахер, а? Так. Так. Cup note. Почему я не могу к ноуту подлезть? Ай. Выключите, а мне не нужно выключать, мне нужно... А я не могу к этому ноуту, да, влезть? Потому что он уже, типа, занят. Ладно. Так, как... О, еще ноут, который мы можем включить, правильно? Короче, оказывается, мы могли каждый ноутбук, надо просто было хаб делать. Диаграмма, на которой изображен часть костюма для передвижения за бортом.
Вниз, да, забыл. Сообщение для экипажа. Говорит врач этой станции, у меня есть еженедельные данные от Джоша, Джима и Мэй, но я все же еще жду образцы крови и время тренировок от Стаса и Элзы. Если найдете мне относительно стоящую работу, то свистите. Приказы от Хьюстона перестали поступать. Иногда я задумываюсь о том, зачем я вообще здесь. Так, подожди. Сколько я уже сделал? Еще 5 записей, да? И до хрена медиа. Видишь, медиа, короче, мы не фоткали, да, с тобой много. Да, потому что хотелось все быстро пройти, а оказывается, что не нужно было так делать. Ну ладно, так. Мне туда? Нет, не туда, подожди. Мне нужно выйти, а где выход? Их совпадает, скафандр. Выход где-то был, а не здесь, по-моему, а или здесь. Ага, вот он. Немножко чая. Так, и внешний люк. Открываем. Опа. О, она вошла, смотри-ка. А чё, она живая? У нее все нормально, типа, с ней? У нее же был разбит этот скафандр. Или нет? А? Тетя, а тетя? Слышь, а у нее скафандр-то целый. Так, точно был разбит у нее скафандр. Я здесь. Я все чувствовала, пока была внутри шлюза. И то, как Джим напал на твой мейнфрейм, твою боль. Я знаю, зачем ты привел меня сюда. Я знаю, что ты подводил станцию все ближе и ближе. Не знаю, понимаешь ли ты это. Сейчас отведи нас туда. Мне нужны текущие координаты Земли, чтобы передать сообщение. Найди их, Сэм. 12 часов после инцидента. Передача. Найти координаты Земли на панели для астрофизических измерений. РУС 04. Установить координаты на панели коммуникации Сэм Ос. Передать сообщение. Так, а что, мы опять будем... А, нет, у меня же появились все эти... Подожди, а можно я пощелкаю тут? Ребята, извиняюсь, но буду щелкать сейчас камеры. Все камеры буду просматривать. Для того, чтобы... все ноуты, короче, надо запустить, чтобы... чтобы просто было. Так, а где у него хабчик? Ты видишь хаб? Блин. Откуда он питается? Блин, через сферу не хочется сюда лететь. А во, ББ, через ББ. Сделаем. Так. А можно немножко посветлее сделать игру немножечко, пожалуйста. Откуда ты питаешься, падла тварь? А вот. О. А, я уже тут был. Да ёпти. Так, хорошо. Это где мы были? View 03, пошли сюда в жизнь. Да, надо как бы ноутбук. Данные восстановлены. Так, то есть тут уже мы уже были. Может быть, что-то, какую-нибудь фотку тут, да, правильно? Потому что мы же... Ну, хотя вряд ли. Блин, было бы такое, что нам показывали, где находятся эти, да? Так, давай, U05. А вот ноут, смотри. А вот и ноут. А почему я его не могу щелкнуть его? А? Понятно, короче. Ну ладно.
Нельзя, короче, тут. Я понял. Хорошо, давай в юзве посмотрим. Или, может быть, у меня еще там, еще, типа, блин, по ходу игры я это все делаю, нет, как думаю. А, у меня тут только две камеры. Так, ну тут ничего нету больше. Так, use, use, это мы там были, use, так, понял, тут тоже все. Uni 06, о! А почему я его не могу? В смысле? А почему я его не могу сделать? Да, ладно, короче, ребят, не будем мозг себе. Мозг себе травмировать. Или будем? Этого чувака никак нельзя заснять, да? Интересно, если она знает, зачем и почему, типа... Блин, его можно сфоткать, типа, наверное, было, да, или нет? А давай попробуем через сферу. А, ну, блин, так далеко уехать туда. Ладно, значит, РУС-04 нам нужно. РУС-04. Да, через это говно найти координаты Земли на панели сравнения измерений. Найти координаты Земли. Погнали. А мне нужно, наверное, дальнее поле же, да? А как их искать-то здесь? Не, там он напишет по этому. Блин, а как ее искать-то, эту землю? Ёпти-мопти. HD объекта. Не, это просто объект, а мне-то нужно, что он напишет тут слева данные от чего. Не, не могу пока понять, да? Понимаешь ты или нет? Так, короче, до сих пор не понимаю, где это говнище. Ну, точнее, не говнище, а земля. Может быть, поближе вот здесь где-нибудь? Потому что, помнишь, по-моему, мы находили землю или нет, я не помню. Потому что, ну, типа, камон. Во, земля, смотри, есть. Так, что, Enter. Координаты доступны в систему коммуникации. Так, теперь у нас что по заданию разъединения? Соединить координаты на панели коммуникации. Так, панель коммуникации, коммуникации. Входящие передачи. Требуются координаты. Так, 8. Нет, вот так. 8, 38. 38, 24. Разница была. Так, давай. 24, 32. Нет, в другую сторону побыстрее будет. Так, 14, 12. 32. 4 и 12. Так, Эмма Фишер. Релокация. Происходит подключение узла камеры. This is Emma Fisher. Говорит Эмма Фишер. Я на борту наблюдателя. Мы находимся на орбите Сатурна. Мы здесь уже сутки, наверное. Мы начинаем управляемый спуск в эпицентр шторма. Полярный шторм на Сатурне. Ответ там. Я знаю, что это звучит как бессмыслица, но я и Сэм, мы изменились.
Сэм теперь столько всего может. И я... Я не знаю, что со мной происходит. Но я точно не смогу стать прежней. Все остальные мертвы. Я начала передачу всех данных с черного ящика, Сэм. Надеюсь, у вас получится разобраться в ситуации. И что все было не зря. Мы постараемся не прерывать передачу так долго, как сможем. Это тревога. Станция входит в атмосферу Сатурна. Где... Так, стоп. Обнаружить причину управления навигацией. А, это где-то у нас был такой этот, помнишь? Подожди, а где это было, ну, про управление навигацией? Где-то же здесь, да? Пом-пом-пом-пом-пом. Вот это вот тема, да, была, по-моему? Да. В смысле, почему не... Эллен. What would you like me to do? Это тревога, Сэм, хватит. The station is entering Saturn's atmosphere. И что мне надо сделать-то? Мне что-то делать или ничего не делать? Обнаружить причину тревоги. Каким образом? Не. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Я же раньше мог как-то там это, да? Во, оповещение станции точно. Нет? Во. Орбитальная траектория станции небезопасна. Требуется немедленная корректировка курса. Тебе нужно еще подправить траекторию. Нам нельзя промахиваться. Как будешь готов, воспользоваться панелью управления и навигации в UTS 01. Так, уходим. UTS 01, да? Ага, вот эта тема. Так. Мне правильно, да? Скорректируйте орбиту. Ой, опти. Двигатели, орбита. Рассчитать новую орбиту. Выбрать желаемую орбиту. А откуда я знаю какую? А что будем маневр проверить данные? Так, стопэ. Подожди, что? Рассчитать маневр за... завершен. Ничего не понимаю, передний двигатель. Это все вот здесь двигатели, да? А, мне нужно попасть, типа, в центр, правильно? Вот отсюда в центр. Соответственно, что мне нужно сделать? Не знаю. Передний двигатель, правый борт. Мне нужно вперед задний немножко и левый борт. И задний, да, все правильно. Так. А это я не знаю, что такое. Ну, давай как-то так. Так. А по той же схеме был это или... А что значит маневр? Рассчитать заново, ну заново рассчитать. Нет, что-то не то, подожди. Что-то не то происходит. Еще раз. Четыре шестьдесят три. Не понимаю пока. Да.
Что тут надо делать? Сейчас, подождите, ребят. Делаю. Так, нет, подожди, что-то не то я сделал. Давай-ка еще раз. Так, давай-ка еще раз и сделаем вот настроить, да? Так, и левый бортовой. Так вот, да, ну, давай настроим. Включение орбитального маневра. Орбитальный маневр провал. В ходе орбитального маневра не удалось получить стабильные расчетные... Так, подожди. Выбрать желаемую орбиту. Во, два. Ну. А, все, теперь мне нужно, значит, вот эти параметры. 15, 27, 53. Двадцать два и семнадцать секунд. 17 секунд надо сделать. Попробовать. Орбитальный расчет новых орбитальных параметров. О, все, прошло, типа, да? Мы молодцы. У-ля-ля. Не похоже на то, что мы доберемся. Траектория неверна. Ошибка структурного повреждения. Нагрузка на станцию слишком большая. Мы дестабилизируемся и взорвемся еще на подходе. Типа неправильно? Нам нужно сбросить остальные части станции. Это единственный выход. Нам не нужен мертвый груз. Так, что делать? Это точка невозврата, Сэм. Still going back. Да. Если у тебя есть незавершенные дела, самое время их завершить. О! То есть я могу сейчас... Когда будешь готов, приступай. Вот сейчас, ребят, удерживайте Q, чтобы... Ой, он... Подходите процедуру в ЮЦ 02. Смотрите. Нам сейчас дали задание, чтобы мы с тобой все... Все здесь прошарили. Ох, какого хера? Ага. Чтобы мы тут, короче, с тобой все прошарили и мы смогли что-нибудь тут... О, а документ, смотри. Тезис по климатологии. Прикладная климатология для небесного объекта-наблюдатель. Китайский центр контроля климата. Так вот, как ты здесь оказалась. Интересная работа, Стас. Здесь детально рассмотрен новейший подход к климатическим исследованиям и их проведению относительно небесных объектов, использованных продвинутых технологических решений, реализованных в ходе миссии наблюдателя. С помощью ИИ и функции машинного обучения мы сможем собирать и изучить данные наблюдательного времени. Так. То есть смотри, значит, еще раз. Ядро памяти. Значит, 5 аудио мне нужно найти. И 12 медиа. Ёптель. Это очень много. Медиа это ладно, а нет, точнее, медиа это не ладно. Медиа, видишь, это очень большое. Вот такие, значит, документы мне нужно искать по всей карте. По всей, ну ты понял. Ну, типа, да. О, а это что такое? О, документ, смотри, тоже документище. А, по-моему, я его уже сканировал, нет? Схема люка кит. Да, по-моему, я его сканировал. Нет? Давайте посмотрим.
А нет, нет, есть. Смотри-ка, все, нашли. Так, хорошо. Давай-ка еще помещение для экипажа. Так, тут два документика нашли. А, ну в принципе все, да? А это что такое, подожди? Валяется, это не документ? Это что-то там по-китайски, да? Так, хорошо. Так, выйди отсюда. Кит 02 это был, да? Кит 01. О, ноутбук. Так, ноутбук. Ноутбук, ноутбук, ноутбук. Так, пата-пата-пам, пара-пара-пам. Don't move. Почему нельзя don't move? Don't move. Откуда он питается? А вон оттуда он питается. Оп. Два, один, три. Оп. Ноутбук. Чей ноутбук? Сообщение для китайского центра контроля климата через Хьюстон, Сэм. Это Эйлза Янг на борту наблюдателя. Посылаем вам свежие данные, должно хватить для анализа и презентации на съезде по вопросам климата в Пекине через месяц. Я уже говорила, но повторюсь. Если вдруг появятся новые делегаты, я готова переводить. Мне удается практиковать только английский здесь. Не помешало бы размяться. О, смотри, да. Так. Комбинировать. А с чем я должен комбинировать? А, он же мне вроде показывает, да? Или нет? Я что-то забыл. А с чем я должен комбинировать-то? Нет. А, вот этот синенький, по-моему, да? Ага. Так, скомбинировали. Пульку такую. НКС, крыло кит. Модуль крыло кит. Происхождение. Является частью миссии Шэньчжоу 12 под управлением КНК. Ой, какой 12? 12, все правильно. И китайского центра контроля климата. Последние скрыли в присоединенном к НКС наблюдателе в 25 году. Использование исследования атмосферы и связанных с ней изменений с орбитальной позиции. Примечание. Данный модуль чрезвычайно важен для осуществления исследований и лучшего понимания механизмов, спровоцировавших резкие изменения климата в 2020 году, а также поиска способа избежать глобальную катастрофу. Эта цель очень важна, хоть и не является первостепенной для миссии наблюдателя. Так, есть, значит, миссия наблюдателя такая. Значит, 4 аудио и 11 медиа мне нужно найти. Так, давай-ка переедем с камеры на камеру. Медиа, видишь, надо искать, поэтому... Кстати, мы с тобой еще забыли, что мы можем, по-моему, сфотографировать этого. Нет? Этого дядьку можем сфоткать или не можем? Что за документ? Неважный, да? Неважный документ. Так, пойдем в РУС тогда. В русском мы тоже, по-моему, мало с тобой, да? Огнетушитель. А что за черное хранилище медикаментов? А что за черная жижа такая, да, непонятная? Непонятная черная жижа, которая непонятная. Понятное, черная жижа, непонятное. Так, вроде здесь ничего нету, да? Пойдем РУС 01, РУС 02. РУС 02. Ну тут тоже, да, походу, бам-парам-пам-пам. Опа, ноутбук, данные восстановлены. Ага, мы здесь уже были с тобой, правильно? А это что там? Ноутбук какой-то, но он нам не интересен, похоже. Блин, да, придется здесь немножко повозиться с игрой, если хочешь все данные узнать об игре. Об игре, да? То есть, будь добр. Что там? Нарушение, мне на сфера подключения. 0103 пошли. 03 пошли. Ноутбук есть. Вижу ноутбук. РУС 03, да, это? А почему я не могу его уснуть?
Может, надо выключить хаб и включить, типа, да? Давай попробуем. Не, не хочет. Там восстановлены данные. Ноутбук еще какой-то один, да? Не, ну он вообще не фурычит. Значит, тут, наверное, ничего больше нету, да? Чтобы сфоткать. Ладно, так, РУС 04. А, ну это здесь этот. Так, что там у нас? Мейнфрейм. Ага. Это тоже через мейнфрейм делается. Хм. Ноутбук какой-то, там данные тоже установлены, да? Блин, видишь, я не вижу этих фоток. Слушай, а может быть этих нужно было... А вот, что тут такое вот написано, подожди. Ну, я не могу здесь. Очпокнуть. Так, РУС 05, погнали. Лайка, что за лайка? О! А вот и ноут, смотри, который мы с тобой. Вон, хап. Так. Сообщение для Джима, Сэм, пожалуйста. Привет, Джим. Не хочу при всех это говорить, но Эмма и Джо стали в последнее время весьма близки. Я подумал о переезде в другую каюту, чтобы им не мешать. Я поговорил с Эйлзи, она не против моей вынужденной миграции в китайский модуль. Нужно только ваше подтверждение, капитан. Напоминает мне наши дни на МКС. Конец сообщения. А, подожди, это Джош ее возлюбленный, да, а не Джим? А Джим это Кэп, типа, капитан, да? Так, нам осталось немного найти аудиокассет. Но документов очень много нам нужно найти. А вот с документами проблема. Видимо, я, видишь, невнимательно играл, поэтому... Ну, а какой... О каких внимательных вещах мы тут вообще говорим? Шмыга играет. Шмыга за рулем. Какое внимание? Так, ничего здесь нету, да, короче? Хорошо, ну, РУС 06. Джим Эллис. А, вот, можно его сфоткать? Его нельзя сфоткать? Писюка-то я тут. Так. Ну, тут, видишь, тут все вроде я восстанавливал. А вот это что такое? Не сфоткаемся. Не сфоткаем. О, это что такое? Нельзя тоже сфоткать, да? И его тоже, да, нельзя сфоткать. Не совпадает? Ну, не совпадает, так не совпадает. Тут тоже ничего нет. Так, и третья камера. Ну да, мы здесь, значит, уже были. Так. Но у нас осталось с тобой две штуки. Юни и Ео. Погнали в Ео. Посмотрим, что здесь. Это кто у нас? Скафандр внешней мобильности. А, так а мы здесь, по-моему, были уже. Ноутбук. На ноутбуке что-то написано там, да, или нет? Я не вижу, да. Сенсор окружения. Что это? Картридж. Нет. Делается картриджем. Блин. Обидно, слушай, будет не найти доки все. Доки. Потому что печально. Так, хорошо. Это Е10, да, был? Давай, Е9. Е9. Опа, данные. И вижу. Могу отчпокать. А, данные восстановлены. Блин. Давно. Отсек отладки сфер. А, ну это как раз про сферы, по-моему, было, да? Блин. Это говнищ. Не нашли мы, короче, с тобой доки. Не, давай поищем немножко еще доков. Почему этот ноутбук я не могу отфигачить? Почему, непонятно. Видимо, я уже в нем был, да? Тут ничего сфоткать я не могу. Так, и последняя камера, вот эта, да? Да, вроде тут ничего нет. А вот что такое? Уже восстановил. Е11. Угу.
А это что за чуваки? Не могу. Тоже гаджет. Тоже не могу, да? Так, хорошо, тогда Е9 я был? Да, Е9 я был, Е10 был, Е8. Е8 здоровый, смотри какой. Ноутбук. А что мне, сколько мне осталось этих... Блин, 3 записи и 25 всего этих фрагментов. Не, ну фрагментов-то меньше, просто видишь, мне нужно что-то отснять, как бы. Документов очень много, а вот их с ними у меня проблемы. И аудио, еще 3 аудио нужно найти где-то каким-то образом, не знаю, как делать. Ну ладно. Так, короче, здесь тоже все. А тут одна вообще камера. Что я могу сделать с одной камерой? Тихо. Управление люком? Нахера мне управление люком, если я по камерам могу в каждую дырку зайти? Я не мог зайти только в этот, помнишь? В... Куда? По камерам не мог зайти в Е03 или что-то такое. Ой, не, в кит какой-то, помнишь? Опа. А что это за ноут был, подожди? А, это где этот был, да? А какой у него был пароль, я не помню. Что-то там... Где-то на фотке, где он что-то получал, да, эти... А этот ноут не хочет. Ноутбук тут уже восстановлено. Так, подожди, а давай-ка вспомним. Час, где у него это было, хрень-то? Да блин, еще раз. У него где-то была фотка, и мы, по-моему... Стоп. Что, не работает? Вот фотка его. ...2008, да, по-моему? Было. 2008, да? А так, а мы же там же уже все, по-моему, вроде там были уже. Или нет? Это его личный виш каюта, может быть. Есть. Понятно, короче, ладно. Давай попробуем 2008, если не пойдет, то не пойдет. What would you like me to do? Emma. I need you to access the link jettison controls. Так, ладно, Е07, Е06 мы были, да, в Е06 мы были, Е05. Опа! Экстренный протокол системы датчик сотрудников. Существует связи по коммуникаторам и запуске системы. Забавимся. Датчик сотрудников находится при вас, вы должны... Включая центр датчиков сотрудников, расположен в основании каждого крыла станции. В зоне стыков с крыльцом Universal. Для получения точных данных. Станция управления Кандарм. Что это такое? Что за Кандарм? Журнал тут Кандарм. Данный журнал Кандарм. Прикинь. А у меня такого было? У меня такого не было. 9 осталось. Смотри, 9. То есть мы уже, в принципе, нормально так поднашли. 9 и 3 записи. Хорошо. А я здесь вообще был в этом Е05-то? Да, нет. Активно. Ноутбук. Так, еще одна камера. Ноутбук данный восстановлен уже. Так. Я, по-моему, здесь просто не летал или летал. Ну, хотя, наверное, не, может... Летал, но не летал, да? Может быть такое, что фиксированная кровать? А, фиксационная кровать. Фиксированная кровать. А, вон, энергохаб какой-то.
А, я с ним ничего не могу сделать. Так, и что, тут все, в принципе, или нет? Ну, по идее, да. Это я где сейчас был? Е05 же, да? Е05 это, да, был я? Да. Е05, давай Е04. Ну не тряси камеру, хорош, хватит. Так, Е04 просматриваем. Ну тут тоже вроде ничего нету. А зачем мне открывать какие-то люки, если я ищу только тупо картинки и ноутбуки? Воздухораспределитель недоступно, понял? Так, спираль. Но здесь-то мы были точно, да. Тут-то что смотреть. Мы тут точно же были, и мы... Хотя, может... Знаю. Ноутбук там уже был и восстановленный. Там... Кухонная зона. Что с ней делать? Понятно. Да, короче, секретики пошли, которые просто секретики. Ну, если не получится все собрать, ну не получится, ребят, извиняйте. Я честно старался. Честно-причестно старался все данные собирать. Так, Е01... Но у нас только одна надежда, если мы сферы полетим в этот, в кит, или как он там называется, там может быть что-то другое. Ну, то есть, может быть, там что-то будет. А, ну, в принципе, и все, больше надежды-то и нету, не надо. Документов очень много мы не нашли, это меня немножко удручает. Так, ну погнали в июне. С чего, с июня 01 посмотрим. Да, камера разбросана так, что тяжело ухватиться. Но, блин, я просто не вижу смысла ездить на этом, на... Тихо. А, так а я здесь был. Ну, я же здесь был. Да? Я здесь уже был. Так, следующая камера. Ноутбук. Коммуникации. А зачем она мне? Так, ладно, короче, да. Ну, да, скорее всего, не получится на у нас найти в этом защитная камера с... Опа. А что там есть? Это можно делать. Тихо. Ноутбук. Но он, видишь, он не мигает. То есть, то есть, если не мигает, то, соответственно, бессмысленно его подключать даже. Да, правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Это же да. Нет, это уже все восстановлено, да, да, все, то есть тут уже все. Оп. А вот и не все. Смотри, как мы классно нашли документ. Данные медосмотра Джима Эллиаса, упоминающие об обнаружении высокого уровня кортизола. Предполагается, что капитан находится в состоянии сильного стресса. В сильном стрессе был кап наш. Так вот. Так, хорошо. А что еще мы... Блин, видишь, жалко, непонятно. То есть мы про каждого члена команды, по идее, должны узнавать или прошу. Или хотя бы... Так, Ю-07 был. Юза. Данные восстановлены. Так. Данные восстановлены тоже. Парам-пам-пам. И... Так, Юни 06. Не, все, сейчас пробегаемся. Да, я вот не знаю, только сферой будем сферой долететь в этот китс или не будет. Мне кажется, что там что-то будет. Данные установлены.
Хотя я, может, и ошибаюсь. Куда? Датчик сотрудника. Все сотрудники уже сдохли, блин. Датчик сотрудника. Нахрен он нужен, если сдохли? Юни 06, ЮЗС были, ЮЦ-1. ЮЦ-1 были? А, ну ЮЦ-1, это же ЮЦ-1. Что-то. Что здесь? Что здесь делать? ЮЗ. Оп. Пироболт. Что за пироболт? Непонятно. Пироболт просто. Пир и болт. На наш пир кто-то положил болт. Получился пироболт. Так, USB, BEM, Uni 06, Uni 05, хранилище. Опа. А, так а мы здесь были. Не, ну а все, что смысл, ребята, уже все. Мы здесь же с вами летали, помните? Мы до этого, как бы, жизнь. Где жизнь, там и смерть обычно. Документов никаких не нашли. Блин, жалко, что документов никаких не нашли, потому что документов-то, ну, мы дохрена не нашли с вами. Юни 03, ну давай посмотрим тут. Ну, по-моему, мы здесь тоже были уже, и ничего мы с вами не нашли. Данные восстановлены. Да, так а мы. А, так а мы здесь были, да. Короче, одна надежда, знаешь, какая? Вот сюда в кит пробраться. И что? А что мы там? Ты хочешь сказать, мы найдем в ките в этом 3 записи и 8. Медиа в одной секции. Ну, короче, есть смысл. Ну, давайте, ладно, я скатаю, я сгоняю. Так, мне нужна, значит, сфера. Кит, это Юни 03. Юни 03. Сфера у меня бьется один. Юни 03. Юни 03, вот сюда мне надо. Сферу. Так, сферу. Точку ищем. По-быстрому сейчас сгоняем, но я так подозреваю, что если пошла такая пьянка, да, то к концу близится наше с вами путешествие на этом корабле. Что дальше будет, не знаю. Ноутбук. Это он горит или не горит? Не горит. Так, мне вон туда, погнали. А, так она закрыта. Она закрыта. А я смогу открыть? Не смогу открыть. Я могу через вот это говно пробраться, да, или нет? Юни 03, да? Юни 04. Юни 04. Так, где мы? Мы с тобой Юни 04, мне нужно в Юни 03. Я поставил Юни 03 точку? Очень интересно, почему я не поставил. Ну ладно. Че? Ладно, точку-то делал. Блюдок. Да пода. А ты, если я достигаю, типа, то ты. Да ёб твою ноль. Вот, Юни 03, погнали. Где я? Нет, это Юни 04, мне в ту сторону. Да, ребята, извиняюсь. Я просто не понимаю, там ни темно, ни хера не видно. Мне прямо. И что дальше-то куда? А, во, вот сюда, Юни 03, так. Юни 03. И дальше мне нужно попасть в. Мне дальше нужно попасть в Ютс. Или как он там? Экзит. Мне нужно попасть в. Как называется-то эта точка? Закрытый? Я туда не попаду, типа, или что? Как понимать-то? Как вас понимать, товарищ? А, во, вот сюда. Это что такое? Вот это куда? Это куда? Вот, кит 01. Все, да, мы летим просто тупо прямо. А, кит 0... А, это в кит 01 и не работал. Или нет, подожди. Кит 03 не работал, вру. Погнали в кит 03. Если там ни хрена нет, то... О! Это. А, вот, кит 03, смотри, нашли. Нашли. Так, 1, 2, 4. Ключамбо. Станислав, пожалуйста.
Станислав, пожалуйста. Стас, мне нужен свежий взгляд на эти климатические данные и анализ, которые я буду домой отправлять. Твой интеллект будет кстати. Мне пришлось составлять отчет из неполных данных. Могут быть ошибки. Ну и раз уж на то пошло, не знаешь, что с капитаном такое? Мне часто приходится просить о смене курса, но он такой дерганный, что я рот открыть опасаюсь, если честно. Чем он таким занят? Конец сообщения. Message ends. Подожди, я хочу еще посмотреть, может быть тут что-то еще будет. Мы можем... А, ну мы можем собрать часть данных. Комбинировать данные. А, искать фрагменты. Ищем фрагменты. Не, они должны гореть синеньким, вот, да. Опа. Биография Эйлзи Янг. Биография исследователя в области климата, член Китайского центра контроля климата, мультилингвистический. Исследование климата. Кандидат является одобренным членом миссии Китайского национального космического агентства, которое будет произведено в 2026 году. Отвечает за изучение ранее неизвестных планетарных структур, как визуально, так и напрямую, по достижению координат отметки. Кандидат проявил необычную склонность к изучению новых языков. В случае необходимости подобная способность будет очень кстати. Примечание одобрен. То есть мы с вами... Ой, извиняюсь. То есть мы с вами узнали про... Про члена экипажа что-то. А, правильно? Ну, по идее, да. То есть про каждого члена экипажа мы должны получить такое вот... новости. Это уже во второй мы летим, да? Но во втором мы здесь были, вроде, да, документ. Установлен. Управление люком... Может быть, тут еще что-то можно будет отсканировать? Нет? Ну, вроде нет, больше ничего нету. Блин, жалко, что... Ну да, все, в принципе. Блин, ну мы все с вами, в принципе, обыскали. Блин, я не нашел много чего. 32 аудио, меди еще. 8 штук меди и 2 аудио. Не знаю, где они могут быть. Может быть, надо открывать какие-то люки, чтобы... Но, в принципе, а как, а зачем? Может быть, где-то можно, нужно было пролетать? Непонятно, как. Вроде все с вами как бы про это проделали, да? Так, ладно, погнали, значит, что там у нас по заданию? Подготовить процедуру в UTS-02. UTS-02, ты где? UTS-02? А, вот и вот здесь, мейнфрейм. Ой, ёб твою мать. Страшненько. Интерфейс почему недоступно? Да, вот мне нужно сбрасывать звенья сейчас будет. Окей, хорошо. Так, ой, извиняюсь, наверное, очень громко было или нет, не знаю. Так, короче, ну да, мы, ну мы с вами, ну не нашли, что теперь поделать? Настроить. Что нам нужно? Подожди, управление системой сброса звезды. Переключать или что? Соединение, подтверждение. А, я понял. Звено А. Так. Подтвердить код. 4, 6, 6, 3, 2. Низ нельзя, да, 8. Все сделано, Сэм, приготовься. Подготовка завершена, продолжить соединение звеньев Universal с помощью вентилей. Мы полностью заблокируемся в UTS-01. Сэм, ты должен это сделать. Иного выхода нет. Доктор Эмма Фишер. 1-4-0-4-1-2. Подготовка процедуры экстренного сброса станции. 1-4-0-4-1-2.
запуск. Процедура сброса. Чего надо теперь сделать? Подожди. Шо-шо? Не. Шо-шо? Что мне надо сделать теперь, я не понимаю. Ютс 01. Занимаем камеру, окей. Мы себя заблокируем, если что. Это мне нужно через эту, что ли? Через сферу опять улетать? 66-85, но мы две записи не нашли и 7 медиа, да, получается? Блин, плохо. Так, ладно, ой, извиняюсь. Ой, как уйти-то? Вот так уйти? Сброс скобы юза, юзв, юзс. Скобы мне опять что ли нужно этот сделать? Мне нужно на сферу, короче, искать свою. О, боже мой. Опять лететь через все это говнище. Ну ладно. Может, сейчас глаз ухватится за что-нибудь и что-нибудь зафоткаем опять, да? Блин, я не знаю, в принципе, я все ходил. Юни 03. Блин, мы же еще через... Как же это бесяко? Сяо. Как там нужно было-то? Мне нужно теперь через вентиляцию, по-моему, да, или что? А, в Юни 04 там через вентиляцию, да, насколько? Я ничего не вижу. Блять, я ничего не вижу. А можно фонариком подсветить немножко? Бля. 6. А я опять в U03, что ли? Подожди, нет. Не в Риме. Наверх. Блин, ну ребята, а как я... Ёб твою мать, а как ты... Ну а как мне туда пролезть-то, блядь? Пиздец. Типа, ну, камон. А, жесть. Так, ноутбук не в зоне. U04. Теперь мне нужно... Подожди. А, вот, теперь U04, мне нужно искать этот, дырку вентиляционную. Жесть, да? Кстати, вот тут какие-то документы есть, может тут что-нибудь отсканировать можно? Или нельзя? Ноутбуки. Наверное, этот-то я конь. А, вон документ, стой. Что-то было. Во. А, дырка, блин. Так, а, вот дырка, вот и дырка. Вот и дырка, вот и дырка. Немножко посветлее бы было, или фонарик бы хотя бы у него... У него есть фонарик? Ой. Нажал на F и переключился на камеру. Я думал, ну на F типа фонарик. Фонариус какой-нибудь хотя бы. Так, USB. Здесь сейчас. Пироболт. О, а что за пироболт? Подожди, а что у нас по заданию? Спрос USB. Опа-на. Может тут какие-то секретики, типа, там документики?
что это за говнище? Сброс звена. А, сброс звена делаем. И разъединение в Т01. Нажмите, чтобы нажать раз нажимаю. В смысле? А, подожди, я же нажимаю или не нажимаю? Нихера не понимаю. Подожди, нужно держать. Ёб твою мать, это очень тяжело. Еще раз. Короче, очень тяжело, потому что нужно держать, типа... Блять. Это на джойстике надо делать вообще. На джойстике-то будет попроще, чем на клаве. На клаве тяжело. Успешно происходит разъединение. Замечательно, теперь проделал то же самое с остальными звеньями. Так, USB здесь сейчас. Так, ага. А, и скорее всего мне нужно... А он сам закрылся, все, понял. Так, теперь мне нужно сюда, наверное. Тут, наверное, это говно, да? USC, да. Пиробалты ищем. Блин, документиков никаких нету, а? Ну, хорош, пироболт. Не надо меня тут своим болтом пирачить. Так. Оп, стопамба. Блять. Блин, тяжело вот эти вот фигачить. Всего одно осталось, Сэм, торопись, у нас мало времени. Очень тяжело, я понимаю, что, скорее всего, это для джойстика сделано, но на клавиатуре как бы тяжело вот эти вот, которые по диагонали стоят, они тяжело нажимаются. А, кстати, а вот эта тетка-то у нас здесь сидит, может быть, здесь что-нибудь из документов есть, смотри. Ноутбуки. Тут нет никаких документов. Блин. Вот она, это наша дамочка, смотри. Может, здесь какие-то документы, не? Блин, хочется все-таки ноутбук. Только я вижу, да? Видел. Кошечки. Но ноутбук, он ничего не делает. Купол. Мы приближаемся, Эмма. Я готова, Сэм, отведи меня. Но ничего это мне не дает, да, из документов, короче. Ладно. Ладно, уболтали. Может быть, здесь что-то на проходе какие-нибудь документы есть, нет? Блин, обидно. Обида, слушай. Обида. А этот пиробот нужно составлять пару, ничего себе, как он сложный. А, ну он, наверное, последний, поэтому... Юза. Давай, Юза. Ну-ка. Это, наверное, будет самое сложное по нажиманиям на кнопки. Блин. Еле успел. Сбрасываем звено, последнее, да? Получается. Отличная работа, возвращаюсь в Ютс 01. Ай, ёб твою мать. Возвращаюсь. Постой. Что за ноутбук? А данные установлены. Далее. Ну, пожалуйста, вернись.
Это мы как бы вниз. Ой, не вниз. Опа. Что происходит? А, ну мы в капсулу типа забираемся, да? Потому что все остальное подгорит, наверное. Мы там, мы туда это... Ворвемся в эту планету. На эту планету. Смотрите, какая логика. Типа, эти инопланетяне хотели вообще ее через этого, через ее любовника затащить на эту планету. Вот. Но потом, типа... А почему, кстати, два разных тела было везде? Два разных тела было. А почему у меня красный, ой, черный и этот? Ну ладно, забей. Две одинаковые... Нет, много одинаковых этих было. Станций. И, соответственно... Мы на планету, короче, высадились, правильно я понимаю? О. Что, что? Боже мой, так тяжело. У нас получилось. У нас получилось. Но непонятно, это хорошо, что у нас получилось или нет. Голоса зовут... Сэм. Сэм. Сэм, ты еще здесь? Со мной? Подожди, так а через что он питается-то, этот Сэм? Он, у него же должно быть как бы там аккумулятор хоть какой-нибудь в этой сфере-то или что? А почему он не ведет, кстати, запись? По идее, он же... Запрос... Система администрирования и манипулирования актив. I am with you. Да, я с тобой. Okay, let's go. Ладно, пойдем. Он же, по идее, должен передавать куда-то сигнал вообще. Ну, типа... Как бы, это сфера. Она же не просто так, типа, ну, без всего. И что там у нее за аккумулятор, который... Сколько там часов и аккумулятор в сфере работает. Этот аккумулятор так. Ладно. Это... There's so little of me left now. От меня так мало осталось. Она ждет нас, Сэм. Что за капсула такая? Это типа наша капсула или нет? Не, ну нас-то ждут, понятно. Нас, короче, ждут какие-то инопланетяне. А для чего? Вот, мне интересно. И что за черная жижа там была такая? Она же, но умершая, и еще одна эта капсула. То есть несколько капсул, и она здесь была
И она мертва здесь была. Точнее, не она, клон. Что происходит? Она же такой, такой же капсуле. Смотри. Эмма, there's someone there. Эмма, там кто-то есть. Один из них. У нее не получилось. Чего? Там кто-то есть, один из них, у нее не получилось. Что у нее не получилось? То есть тебя не смущает, что тебя много? Что за клонирование, клонирование? Ее типа дохрена. Там этих станций тоже, кстати, помните, мы видели дохрена. Вон еще одна. Другие тоже пытаются. Сколько их там? Так грустно. Мало кто доберется. Помните, мы видели в космосе сферы, и они еще здесь упавшие, то есть их дохрена вообще. Вот оно. Вот куда мы шли, Сэм. Я видела это. Ну, с нами общаться сейчас опять будут. Про клонирование не очень понял. Почему клонирование произошло? Думаю, я понимаю. Почему нас так много? Почему вас так много? Все попытки складываются воедино. То, где мы, это не просто место. Оно соединено в единое целое. Пора. Пора, мы готовы. Опа! Что за люди там были? Люди, что за люди? Кружок, квадраты и хрень какая-то. Опа, чё их так дохрена? Бля. Я... просмотрел. У меня что-то в голове очень много мыслей, поэтому в центр стрелки. Ага, и квадратики. Три В.
Держу тебя, держу, все хорошо. Смотри. Нас так много. Должно сработать. Мы на земле же уже оказались, да? Правильно я понимаю? Ну да, в каком-то лесу, парк лес или что это такое. Ты ведь правда со мной, да? Как ты себя чувствуешь, Сэм? Иначе, по-новому. Я чувствую подобное впервые, ведь так? Приведи их. И все, да? Игра стоит внимания, я должен сказать. И естественно стоит внимания, должен, ну, поиграть в нее. И вообще по документы все понаходить, и все вот эти штучки соединить. Было бы, ну, больше было бы просто информацию, наверное. Как мне кажется, про что игра? Значит, было несколько попыток у инопланетян. То есть я не понимаю, почему клонов. Это типа они попадают в какое-то измерение, где идет размножение типа истории, получается. И у этих инопланетян были попытки заманить ее через людей, но они все приводили к, видите, к краху. То есть что-то не получалось в конце, в итоге. А последняя попытка — решили залезть через искусственный интеллект. Вот. Вот какие-то такие дела. Такие дела. И, ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока.